Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Осінь, пора заготівель, заготівель на зиму. Хочеться зберегти максимум вітамінів і користі від усіх тих продуктів, які є зараз, які вже достигли у нашому регіоні. Звичайно ж, ми усі будемо намагатись зробити так, щоб наша зима була якомога кориснішою. Саме з цим питанням ми звертаємося до Дар'ї Лєвих, лікарки-дієтологині. Даша точно знає, що треба робити, яким чином нам треба заготовляти ті продукти, які є у нас зараз, які вже ми виростили. Звичайно, для того, щоб ми були усі здорові і взимку, і увесь рік. Доброго дня, Даша. Здравствуйте. З приводу того, які ж зараз найсучасніші види, які є технології заготівель, ми починаємо потроху відмовлятися від тих закручених баночок, які в нас є, які в нас колись були і якими керувалися наші бабусі. Зараз люди вже переходять на інші види, там заморожують фрукти, ягоди, овочі, так? Можливо, щось ще, можливо, є ще якісь новітні технологии. На самом деле все новое, давно забытое старое. И сейчас мы как раз возвращаемся к тем традициям, которые были не у бабушек, а прапрабабушек. У них, по сути, из всего, что из всех технологий было солнце и воздух, да, то есть они занимались в основном сушением и ферментацией. Вот сейчас на пике своей популярности, возможно, не на пике, возможно, пик будет через несколько лет, но сейчас крайне актуальна эта ферментация. По сути, под словом ферментация сюда кроется и маринование, и соление, квашение, мочение. Да, вот это 4 способа заготовки, которые сейчас набирают популярности. Между ними есть принципиальная разница. Но об этом тогда позже. Трошки позднее. Так, мы да. можем... По сути, сейчас это сушка і ферментація, якщо два. А якщо ми вже хотіли би заморозити, наприклад, свіжі ягоди, бо не всі можуть мати таку кількість сонця, і часу, звичайно, якщо людина живе в квартирі, то їй зовсім незручно було б це робити, можливо, в когось є балкон, де можна це зробити, а можливо і ні. То який підходить більше вид заготівель, можливо, можна просто їх заморозити, але як саме заморожувати? Ось це отличний вопрос. Потому что действительно в условиях дефицита времени мы часто, ну, нет просто времени что-то квасить или что-то засушивать, сушить. Поэтому заморозка – это идеальный вариант для тех, кто спешит. И для тех, у кого есть, например, большое количество фруктов, овощей, ягод одномоментно, да, и мы не знаем, что с ними делать. Ну, приехала бабушка или съездили в деревню, взяли запасы или купили больше, чем съели, да. Тогда имеет смысл их заморозить. Как это делать? Мы сначала моем, я сейчас говорю про овощи, фрукты, ягоды. Моем, либо измельчаем на части, либо, если это не крупное, не измельчаем, чуть-чуть высушиваем на салфетке, да, просто чтобы стекла вода. И максимально быстро вот расстилаем пергамент. Я делаю так, на пергамент я выстилаю тонким слоем, например, ягоды, чтобы потом их можно было, во-первых, они быстрее замораживаются так, а во-вторых, я потом их беру и складываю уже в пакет. То есть, чтобы они хранились компактно и не слипались, потому что вот когда это все слипнется, слипшееся, это неудобно, потому что надо все размораживать, чтобы достать там отломать кусок вишни оттуда, да? Ну, поэтому так важно, чтобы они были рассыпчатые. Плюс, если у вас нету отдельной морозильной камеры, а просто морозилка, то все равно надо по чуть-чуть, потому что у вас минимум 2 полки должны быть свободны под такой способ заморозки. Это называется сухая заморозка. Есть еще шоковая, но это, как правило, в морозильных камерах отдельных, где можно сразу же, да, заморозить большое количество продукції. З приводу консервувань, ось дієтологи часто говорили про те, що сік томатний – це єдиний такий продукт, який може бути корисним в такому вигляді. Чи це справді так, чи, можливо, ще є щось, що могли би ми заготовити таким чином? Здесь вот самое время сказать разницу между маринацией и консервацией, да, что это такое. Маринады – это способ сохранения продукта с помощью кислот, которые мы внешне туда добавляем. Например, уксус, лимонная кислота, винная кислота еще может быть. В чем эта особенность? Эти кислоты служат нам такими консервантами. Они угнетают рост и размножение патогенных микроорганизмов, и вследствие чего продукт сохраняется. У него есть, естественно, минусы у таких продуктов маринованных, потому что это избыток кислоты, это раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт, на рецепторы. Плюс не всем такие продукты подходят. И если мы говорим о магазинных маринованных продуктах, их вообще не надо использовать, потому что там очень много соли, уксуса и сахар туда добавляют. То есть куча ненужных. И 100% там есть другие консерванты. Плюс такие продукты подвергаются тепловой обработке, что тоже, естественно, уменьшает количество витаминов и минералов, которые там есть. Поэтому маринады желательно по минимуму. Мы так звикли до маринованных огірочків, да, до солоненького. Делать это правильно. Да. Смотрите, в чем разница? Есть еще соление, есть квашение и мочение. По сути, квашение и мочение – это и есть ферментация. На чем она основана? Кислоту не добавляют извне, а молочнокислые бактерии, которые есть на продукте, которые есть на руках чистых, здорового человека, вот эти бактерии полезные, попадая в продукт в условиях дефицита кислорода, когда мы квасим капусту, что мы делаем? Плотно утрамбовываем и закрываем сверху чем-то плотным, да, ставим гнет на это. Эти молочнокислые бактерии продуцируют молочную кислоту, которая является вот таким естественным, натуральным консервантом. И более того, в ходе квашения продукта или мочения, моченые яблочки, процесс тот же самый, просто другой продукт. Называется моченые яблочки, моченые огурчики. Это тот же принцип, просто другой продукт. В результате этой ферментации там просто сказка происходит, волшебство, настоящее волшебство. И хорошо, что мы об этом вспоминаем и сейчас начинаем это делать. В результате появляются новые витамины, витамины группы В, улучшается усвоение витамина С, появляется еще витамин К, который у нас в организме тоже не синтезируется. И в капусте, просто в капусте его нет, но в квашеной капусте он появляется. И это действительно уникально. Плюс в этой вот квашеной капусте есть еще пробиотики, пребиотики, улучшается работа кишечника, состояние иммунитета, кожи, волос, ногтей, настроение. Все это подвязано под кишечник. И все это звичайная капуста. И все вот это у нас просто, мы можем это сделать сами за 3 дня. И не надо там кучу технологий. Просто мы шинкуем капусту, да, ее хорошенько сжимаем, добавляем туда водичку. Можно, конечно, чуть-чуть подсолить. Правильный раствор — это на 1 литр воды примерно 5 грамм соли. Вот это правильный, скажем так. А не за мало? Нет. Этого, вот в том-то и дело, что процесс ферментации важно не передозировать соль. Потому что если мы добавим больше соли, это уже будет соление. Это другой принцип. А если солити капусту? Вона вже не буде такою корисною? Такою не буде. Почему? Потому что избыток соли угнетает рост не только патогенных микроорганизмов, но и полезных. Поэтому не будет вот этого эффекта пробиотиков, пребиотиков, когда там живые полезные микроорганизмы, которые делают нам кучу всего полезного там, именно в самой капусте. Тобто нам треба розуміти, що ось процес квашення капусти, чи будь-яких, ну, візьмемо там овочів, які зараз є. Можна що угодно. І ягоди, яблоки, фрукти, вот все, что связано с японской кухней, они тоже там очень хорошо. Они соевые бобы там ферментируют. Вот этот гриб чайный, который напиток, это тоже ферментированный продукт, по сути. Нам надо этого съедать зимой обязательно каждый день, хотя бы 3-4 столовых ложки в каждом приеме пищи. У детей вот этот раствор, именно квашеной капусты, рассол называется, да, рассол, улучшает аппетит. Дети малоежки, вот мамам надо иметь такой рассол дома. И до еды хотя бы чайную, 1-2 чайные ложечки давать до еды, чтобы улучшать и аппетит, и микрофлору кишечника. И таким образом, да, вот приучувати к этому вкусу, такому кисленькому. Так, ну і діти, звичайно ж, вони дуже швидко розуміються на цьому, так, вони починають запам'ятовувати смаки, і потім у дорослому житті вони вже будуть розуміти, що ось це добре, а можливо там багато солі, мені це не потрібно і я відмовляюсь. А вот возвращаясь к томатному соку, действительно, томатный сок очень полезен, потому что в томатном соке это концентрация ликопина, антиоксиданта, который нас защищает от рака, от старения, от фотостарения. Это первое. В свежих помидорах даже не столько ликопина, сколько в обработанных термически. И действительно, из видов заготовки, пожалуй, только вот то, что термически обрабатывается, это томатный сок. То, что мы варим пасту или сок, это полезно. В остальном это либо ферментация, либо заморозка, либо сушка. Так, якщо ми вже так залишаємось на цій позиції, от поговоримо зараз про сушені ягоди, про сушені фрукти, овочі, можливо, хтось гриби сушить. Скільки в них залишається корисних для нас вітамінів і взагалі, чи не випалює сонце все? Тому залишається ж там трошечки зовсім. Ну, ми зараз говоримо не про сонце. На балконі це можна сушити неділями, і сонця мало, смотря яка сторона ще. В ідеалі зараз есть в доступе свободном сушки, сушилки такие, да? Я сушу пастилу в них. Ось так, да. Давайте покажемо, що це таке, як воно виглядає. Я ближче покажу, навіть візьму до себе. Подивіться, ось такі гарненькі. Тут груша, яблоко, слива. Это то, что вот сейчас на пике сезона, то, что можно сушить. Также можно в сушке высушивать травы или специи какие-то. Вот я календулу, да, буду в чай зимой добавлять и улучшать таким образом свое самочувствие. А пастила – это, пожалуйста, в садик, в школу ребенку, на площадку, перекусить быстренько. Да? Чистыми руками только брать. Чистыми руками, обязательно. И что важно, здесь нет сахара. Здесь сохраняются. В чем преимущество сушения? Да? Первое, в них сохраняются большая часть витаминов, минералов. Второе, клетчатка сохраняется, да, которая тоже нам необходима, она выступает как пребиотик. Плюс это хороший перекус, удобно брать с собой или в дальние какие-то расстояния. Да? То есть не надо пачкать руки особо, это не заморозка, это не ферментация. И что еще очень важно, это легенько все, оно не занимает место. И компактное. Вот если мы сушим, например, там те же овощи, баклажаны или кабачки, да? Ну, как правило, баклажаны удобнее сушить, то вот, пожалуйста, они были их чуть-чуть, размочили, разбухли, их стало много. Одним из самых тоже популярных это вяленые помидорчики, сушеные, по сути, помидорчики, тоже очень полезно, но это время. То есть, если вы располагаете хоть более-менее каким-то временем, можно купить сушку и заниматься вот... Дуже, до речі, пахне, просто неймовірний запах, чується, що тут є дуже багато чого свіжого, і груша пахне, не знаю, тут яблуко, мабуть, так? Яблуко є, і слива є. Відчувається, що тут все таке натуральне. Дуже тонесенькі такі пластівці виходять, і потім вони вже скручуються, або можуть бути просто у такому вигляді, якщо вам зручно. Тут эстетически уже можно по-разному оформить. Можно просто из кругов сложить такими простынками, да, и потом грызть. Можно по-разному сделать. Это уже от вашей фантазии зависит и количество времени. Чи потрібно якось особливо зберігати такі пастили? Нет. Хранится такая пастила в течение года. Даже можно просто в стеклянной банке, в стеклянной посуде. Мы не используем пластик или какие-то пакеты. Это стеклянная посуда, это крышка. Главное, чтобы не попала туда моль. Это все, что может ей повредить. И влага, мабуть. И влага, конечно. Сухое, прохладное место. И, пожалуйста, храните сколько душе угодно. Но, как правило, долго она не хранится. Ну так, съедается швидко. И, мабуть, треба стерилизовать эти баночки, в які... Ну, это просто чистые банки достаточно. Там уже не остается особо ничего, что могло бы там способствовать развитию каких-то микроорганизмов патогенных. Это сухой продукт, поэтому вполне безопасно. С приводу все ж варення, джемів і усього солоденького, знаєте, от хочеться взимку там морозива трошки, можливо, хтось любить, так? Чи там сир, сметану, туди додати варення, туди, я не знаю. Ну, може, діти теж деколи люблять поласувати смачненьким. І ось тут у господині, в якої є росте малина, в неї постає питання, що ж робити? І чи не варто, чи варто було б трошечки зварити варенячка на зиму? В идеале заморозить все-таки. Почему? Потому что, как делаю я, варенье зимой. Я достаю замороженную малину, просто ее размораживаю. Да, тут важно еще сказать, как правильно размораживать потом эти продукты. Мы их не достаем в комнатную температуру, желательно их достать в холодильник просто, на верхнюю полку, чтобы они там 3-4 часа постояли и стали мягкими. Но если нет столько времени, можно использовать микроволновку именно в режиме разморозки. Дальше я просто мну вилкой эту малину, могу туда чуть-чуть меда добавить, перемешать, вот вам варенье. Так там же вся польза практически сохранилась, потому что мы не вывариваем его, мы экономим на этом время, мы экономим сахар и здоровье ребенка, потому что он не съедает этой кучи сахара, которая есть в малине, ну, в смысле в варенье, да? Да. Малина – это отличный продукт, ее можно просто замороженную в чай бросать. Заливаете кипятком, да. Витамины, минералы, которые есть в ней, она дает в воду, но мы же эту воду и пьем, этот чай пьем. Поэтому не надо варить варенье, просто лучше заморозьте или высушите. Смородина, так, смородина перетерта з цукром, ну це якийсь був такий, ну, №1 рецепт, яким керувалися усі господині. І от для здоров'я родини заготовляли. Теж не бажано цього робити. Везде, де є сахар, от якщо 1 к 1, це вже дуже багато сахара. Повірте, ми стільки сідали с этим вареньем сахара, что мы даже не замечали. А вреда от сахара намного больше, чем потенциальной пользы, которую мы получаем от тех витаминов, минералов, которые есть в ягодах и фруктах. Ось так, треба це знати, розуміти. Звичайно ж, заготовляти якомога більше усього корисного. Ну, і хочеться наостанок іще поговорити дуже коротко про м'ясо, сало і ось такі солоні заготовки, які дуже часто господині теж роблять на зиму. Чи вони можуть бути у нас? Смотрите, ну прежде всего зимой у нас мясо никто не лишает. По сути, у нас круглый год есть доступ к мясам, рыбе и так далее. Если действительно одномоментно много всего, то тогда можно засолить тоже сало, например, да, или вялить там мясо. Но это процесс очень трудоемкий, это долго делать. Поэтому либо тогда лучше в тушенку его превратить уже, да, именно термически обработать и закатать в банке домашнюю, либо тогда просто заморозить тоже и доставать его. Потім користуватися взимку. Даша, я дуже дякую вам, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Стільки всього поговорили, показали багато чого. Ось ще залишилось тут іще у нас що. Дивіться, це нагідки. Ось як вони виглядають. Теж дуже потрібно робити це і взимку, і влітку. Можна потім брати, діставати, пити чай. В чай додавати, буде дуже вкусно і полезно. І красиво. І дуже гарно такі квіточки. Бачите, так рівнесенько ви їх заготовили. Тому що на сушилці. Це удобно. Вони потім зберігають свій вид. Дуже гарно. І хочеться, щоб це було смачно і корисно для нас усіх. Дякую, що поговорили про ті заготовки, які будуть. Так, ну і, звичайно ж, хочеться всім побажати здоров'я, брати максимум від того літа, яке вже закінчилося, і від тієї осені, яка зараз на нас чекає. Хочеться, щоб усі ми були здоровими. Зустрінемось вже за декілька хвилин.